доставить. Минус карта. Продать, продать. Ну, по идее, хорошая идея так-то. Норм? Норм, блядь. Или длань все-таки оставить. Минус. И минус. По идее, нужно делать минус, но... Почему? Потому, блядь. Ну, надо делать минус, потому что эта стенка, ее убивают. И после убийства попуга бафает карту. Если через госу дадут, через госу поставим, наверное, или нет? Не знаю. Один рерол точно. Может быть, левелапнуться? Можно попробовать. Здорово, ты заболел? Немножечко чувствую, как будто простудился. Здорово, мы от лысого. Здорово, здорово. Головач, здорово. Хитеры соснули у Сереги вин, бля. Я так и не понял, откуда эта хуйня взялась. Она смешная. Поздравь моего друга Серегу Головача с триумфальными 7300. Блять, не смешно на самом деле. Я вчера, блядь, также занял топ-6, топ-7. Не смешно. Сто. Хуяся. Походу, я все-таки жесткий. Ну, блядь, стол, конечно, у Кока неплохой. Откуда у нас столько, блядь, стенок? У него что, 3 аргуса, что ли, было? Или что, зачем он столько стенок сделал? Он, блядь, больной? А, у него 2 аргуса было. Зачем ему 2 аргуса? Объясните, блядь, не понимаю. Только не дрожжеглота. Хорош, блядь. Ха-ха, хорош, Серега, хорош. Надо попугу брать, реролить. ХЗ до сих пор через госы нету. Дали демона, но. Есть квешн. Хотя, с другой стороны, возможно, даже это правильно. Почему? Потому что у нас попуга будет активизировать дабл ХП, убивая стенку попуга на попугу, и попуга попугой погоняет, правильно? Ну, я думаю, что надо собирать. Хотя я не уверен, что это правильно, если честно. Я не уверен, что это правильно. Реально не уверен, что это правильно, но давайте сделаем. Может, Ревендуру дадут еще в идеале, блядь. Спору дали, заебись. Спора заебись. Сделаем забавчик. Надо было сразу тогда делать. Через госа нужно. Через госа нету, блядь. Через госа нету, а есть 100... Сколько это получается? 100, блядь... 112 хп за тычку попуги. Он убивает карту. 100 хп сюда, 100 хп сюда. Откуда? Бам, блядь. У него на стримах. Можешь у Фила спросить. Он тоже комментировал эту ситуацию. Он сидел и просил денег, ставя новые донаты. И это он вчера прямым текстом говорил, из-за чего дропает. Ну, блядь. Не знаю, как тогда прокомментировать это. Не знаю, что сказать. Ну, ставил прямым текстом, ну, блядь. Ебать, весь Twitch делает это. И чё? Всё, блядь? Ну, если не нравится человеку, пусть дропает. Чё? Как кто на это может повлиять вообще? Нахуй об этом тогда говорить? У меня последние донат-голы были в 2016 году, когда я там на мониторы кресло собирал. Все остальные это рафляные, блядь, на диету и так далее, это проще хуйня. Реальные донат-голы были в 2016, ну даже не, вру, на 2015. Не знаю, блядь, зачем просить прямым текстом донаты, если можно просто, не знаю, какую-то нормальную рекламу взять, отрекламить, заработать. Нахуй, ну не знаю, короче. Не хочу об этом говорить. Говнотема. Лютая говнотема. А чё вы смеетесь, на кресло? Да, было такое. На кресло и монитор, блядь, собирал. У меня тогда, блядь, ни монитора не было, кресла не было. Видюхи не было, еще что-то не было. На гильдию, блядь. Не смешно. Ты сейчас про донат-гол на помощь деткам? Нет. Это тоже не смешно. Через госу дали первую. Надо думать. Наверное, все оставлю как есть. Один ход. Демоны 6. Блять, если у него демоны 6 и дуплет, у него много статов может быть, да, можем не вывести. Хотя у нас очень много хп. Очень много хп.
Мы должны только на следующий ход ставить через Госу, либо прямо сейчас забафать. Есть смысл прямо сейчас забафывать? Типа взять. Блядь, псаря ебаного никуда не деть. Вот это подстава ебаная, кстати. Это супер подстава. Я ничего не могу с псарем сделать. Супер ничего. Я, наверное, один ход захолжу просто. Псаря, если что, просто потом ставить не будем. Я не могу его никуда поставить. Мне нужен бист в дороле будет. Типа взять. Сейф. Либо прямо сейчас продать и купить через госу. Там чуть-чуть забафано, но это такое себе. Хотя, может быть, даже и правильная, кстати, тема. Потому что сразу получим на нее доп хп, и она, типа, даже с 4 атаками, ну, 200 статов будет ебать, да? Сложно, блядь. Не, я хочу лучше все-таки забафать. Сейчас так оставимся. Ничего не ставлю, потому что хочу бафать попугу и яд. Может быть, даже вот так бахнуть от клива. Ну, там клив навряд ли есть. Надеюсь, не вылечу чё. Хотя у чела, блядь, у чела... Там демоны, типа, чё, 100 будет, нет? Все равно 100, ебать. Но у него очень сильный стол. Две урзулулы, блядь, дракон. Это мне повезло, что у меня спора прокнула. Хотя Ривендер был бы лучше. Глянь, что собрал. Спора от пыща. Ссылка удалена. Спора от пыща, сейчас посмотрим. Блядь. Спора от пыща, нихуя себе. Прикольно. Золотой ревендер, золотая жабка с реборном, плюс две крысы, плюс попуга. Хочется таким поиграть тоже, хочется. Че, я тут проиграл или че? Да нет, спора 100 статов выиграет. Бьет, блядь, любые карты. На самом деле, в его случае вылетать очень даже обидно, блядь. Ебать ему сейчас демонов там насыпало. Пиздец, у него там вся рука в демонах, если что. Сколько там? 6 карт? Просто одна спора уничтожает, блядь, весь стол, забавно. Но самое главное не встретить дрожжеглота. Дрожжеглота встретим, скорее всего, можем проиграть. Хотя у него до сих пор 2 Элизы, походу. У него до сих пор 2 Элизы, походу. Минус 3. Только не дрыж. Ну а кого еще дадут? Зверей дадут. Биста, блядь, не дали, значит, псаря я не могу ставить. Ну и похуй. Тут Рено минус 36. Очень надеюсь, что там мехс нету. Хотя, если есть, ну, ничего страшного, наверное. Здорово. Поздравь Здорово. Моего друга Владислава Синатова с топ-8. Влад Синатов, ты лучший топ-8 на планете. Спасибо большое, дружище, спасибо большое, блядь. Ебать, 5 из 6. Минус. Минус, блять. Ну я не могу это ставить, к сожалению. Ничего страшного. Ничего страшненького. 21 стат. Много это, но не очень. Много или мало это, судить не мне. Под клиф поставим что? Под клиф поставим его? Я не уверен, кстати, что его. Наверное, даже через госу, как ни странно, звучит, да? Хотя навряд ли там есть клиф, если честно. Очень навряд ли есть клиф. Супер навряд ли есть клиф. Ну, спору точно нельзя под клиф ставить. Через госу, похуй, его не хочу ставить. Мало ли там клиф, бля, 56 статов. Он убьет его и вэлью не получу. Жду 100, что сказать. Мать жива? Вопрос такой. Ну, спора не забафалась, скорее всего, луз. Спора не бафается, скорее всего, луз. Пиздец, какая же гнида ебаная, охуеть. Ну, чё, блядь, в Ривендера тычку. И в мать. Я не вылетел. Ебать, золотой волк, две попуги. Не, ну, с другой стороны, 12-й ход, это не так сильно. Главное, не вылетели. Пиратики. Ну это топ-2, походу. Походу это топ-2, потому что что тут выше взять. Ну если Ривендера найдем, можем ли мы эту игру выиграть? Ривендер плюс он, а там попуги. На самом деле, если Ривендера найдем, то мы можем выиграть, потому что у нас есть вот это и вот это, но это от яда умрет, и он может реборн найти, да, спокойно, это проблема. Взять просто для раскрутки. Не думаю, что это хорошая идея. Блять, вот это для раскрутки попизже будет. Наверное, возьму. Плюс возьму, плюс токен нам точно нужен. Блять, еще раскрутку дали. Не буду ее брать. Через госу еще одну дали.
взять еще одну. Блядь, ну просто проблема в том, что мне нужна попуга золотая в Ривендера, по-любому. По-другому никак. Вся проблема в том, что, скорее всего, пирожок-то вылетит. 100% вылетит. И как Рено выигрывать? Не смешно. А знаешь, что смешно? Рерол? Это когда сегодня головач поваром позолотил адапта, который уже у него на столе стоял с баблами ядом. Че, блядь? Знаешь, смотри, когда сегодня головач позолотил золотого адапта, который у него на столе стоял баблом и ядом. Блядь, ну головач хуёво играет. Чё вы, блядь, на человеком смеётесь, пиздец? Чё вы смеётесь на человеком? Хуёво играет. Всё. Не топ-1 мира, а топ-4 мира. Нужно, блядь, поддерживать человека, а не гнобить его, блядь. Нет, хуярят гнобление своё каждый стрим. Твои планы начинают осуществляться. Пиздец. Ну, первая тычка, либо луз, хорош. Серёга головач, хорош. Ну, кстати, это заебись! Это, кстати, вин! Я блокирую всех чипинов, челу. Ебать! Ебать! У моего шушпина это сегодня ДР. Поздравь, пожалуйста, Олега Мамонтова, как умеешь. И меня с прошедшим. Бля, ебать, удары говна. Сейчас чипина ударил, луз будет. Хорош, блядь. Забаб был четкий. И налево тычку, а, ну всегда он умрет, да, он еще забафается. Ну этого, скорее всего, плюс-минус хватит выиграть бестов, но там яд реборн, если будет. А он в пятерке был, он в шестерке был. Он реборн найдет, наверное. А, ну у меня еще один ход есть, это хорошо. Еще терезгоса есть. Забафаем еще одну терезгосу, столько токенов. Надо бафать. Надо бафать, по-любому надо бафать. И золотую попугу в Ривендера потом находить. Ну, вообще, можно еще и девочек каких-то найти, чтобы бабл был. Но мы сейчас от стенки отказываемся, и у нас стенки не будет. Но мы закроемся котиком со стенкой. Гениально, блядь. Кстати, вот этим тоже можно закрыться, по идее. Но это хуйня, там пара статов всего. Типа продать. Продать, взять. Продать. 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 На токена бахнуть стенку. И это будет наш таунт. Бэмс. Минус дрэгон. Взять терезгосу левел в левел в Ривендера слэш дуплет в эту, блять, про бледуху в яд. Выглядит заебись на самом деле, нет? Супер заебись выглядит. Дуплет через госа. Ну, дуплет через госа не уверен, что нужен. Ну, а как еще, блядь? Дуплет попуги реально нужен. Реально нужен. 100. Уебище ебаное, блядь. Обидно. Обидно. Ну, додумался хотя бы свичнуться в этих... Хотя бы додумался свичнуться в мурлоков. Что сказать? Ничего и не сделаешь. Три шляпа терезгосы. Гений игры, блядь. Ну а с мурлоками никогда на этом стаке топ-1 не взять, просто никогда в жизни. Привет, Кругляша, моего шушпинчика, сегодня день рождения. Поздравь, пожалуйста, Олега Мамонтова, как умеешь. И меня с прошедшим. Давай сходку организуй в СВ, будем рады. Бля, я никогда в жизни не делал сходки. Думаю, что самая охуенная сходка — это на каких-то мероприятиях, которых, к сожалению, в последнее время нету. Ну, был стримфест, но я туда не поехал. И на предыдущий не поехал. На предыдущий из-за турнира, а на этот из-за короны, блядь. О, побоялся, что-то зассал. Короче, чуть-чуть зассал. Надеюсь, на следующий получится. Уже там 3 года не было, или 4, или сколько. В 2017 году вроде последний раз был. Олег Мамонтов, поздравляю с рождением, хорошего здоровья. И Кристина Джипова. Кристина Джипова, поздравляю с рождением, хорошего здоровья. С прошедшим.
Демоны, драконы, мехи, пираты и лемы. Нету мурлоков, зверей и хрюшек. Думаю. Нету токенов, но Алакира надо брать. Блять, свиней тоже нету, обидно. Вакцинируйся, еблан. Я не прививался. Я думаю, есть ли смысл это в какой-то вселенной сейвить вообще? Подсейвить мало ли дадут дарол капельки. Если дадут дарол капельки, то я это возьму. Если не дадут, не беру. Слишком криво выходит. Было бы странно, если бы ты привился, ты же любишь ролять. Начнем с того, что я из дома не выхожу. И этим можно закончить. Не будем вообще эту тему затрагивать, это дело каждого и так далее. Просто констатирую факт, что я не прививался. И вреда обществу я не несу, я сижу дома. Исключительно дома. А то еще почитают за агитацию, да? Не пизди, только пару дней назад выходил. Я в лес уезжал. Там что, люди живут, что ли? Люди там не живут. Забав демона, демона нет, дракон пират. Дракончик пират, походу, чё, блять. Ты уже уходишь? I've got some fresh recruits for you. Не будем тему затрагивать, больная тема, значит, никакой больной темы нету, это просто тема, я не хочу на нее разговаривать, это вообще, ну, это на уровне политики, не хочу об этом говорить. Каждый принимает решение сам, никого ни к чему склонять не буду. Баста для привида. Блядь. Сука. Ой, блядь. Ёбнутые. Просто Шаса, Саша, Лов, ХС, Жабка в очках, Свимил, Чипитос и Куёб. Спасибо большое за подписки. Жабка в очках, блядь. Забав стенки карта. Бля, я так хочу на этом танкисте играть каждую игру, не знаю, он такой пиздатый. Можно мне каждую игру играть, пожалуйста, на Синеде, блядь? Я этого героя реально хейтил поначалу, но я не подумал о том, что эту обилку можно накидывать на существо не один раз. Я, кстати, думаю, что в будущем так и сделают, что можно будет только один раз на карту кидать обилку. И от этого он слабее особо-то и не станет. Но, конечно, слабее будет, но не супер слабым. У тебя в СНГ самое вменяемое решение в среднем добровольно, так что не нервничай. Все, закрыли тему, не общаемся. Все, молчим, блин. Блять, паста для приеток, паста для крана. Ай, блядь. Аспир и Нир, спасибо большое. Только о себе думаешь. Я, в принципе, думаю, я смыслитель, я философ. Я философ-материалист. Знаете такого? Это я, если что.
Философ-материалист на трубке. Чудесное представление. Ой, я мусора накидал себе на стол тут. Хорош. Налево тычка нужна. Хорош, блядь. Вроде уже не луз. Блядь, направо. Хотя нет, все равно вин нормально. Затянешь на пару месяцев, и мы будем смотреть 5 костримака. Не дай бог никому этой хуйней заразиться. Бля, я не могу читать это. Иди пасты, я просто не могу, блядь, без смеха. Просто ебать, от котов столько говна, я не знаю, от меня даже за год столько не будет грязи в квартире, сколько от котов. А за, блядь, за 2 дня. Они просто надоели. Терплю, сейчас приду. Когда ты впереди, остальные начинают тебе подражать. Таблеточку выпил. Хорош. Хорош. Фу. Думаю. Сделать левел и рерол, чи сделать сначала рерол, а потом левел, думаю. Ну, вообще хотелось бы сразу левел и рерол дракончика 5-5 найти через госу, там бим-бим устроить хороший. Тут дуплет. Может, шестерку сделаешь дуплет? Не думал о такой идее. Левел рерол, либо рерол левел, если что, покупка фуловая. Думаю. Бля, супер, думаю, на самом деле, сложно, очень сложно. Вообще хочу рерол, наверное. Не хочу левелапаться раньше времени, честно, не хочу. Бэмс. 2 элема в бабле, бля. Вот это точно возьмем, элема в бабле брать не буду. Ну, на лакире это слабо. Это возьмем, элема в бабле не буду брать. Хотя это сильная карта. Икона сильная. Но лучше она ли будет. Лучше ли она будет в среднем то, что могут дать в рероле? Нет, не думаю. Хорош. Ну, в принципе, пойдет, длань пойдет. 2 стенки есть, длань, в принципе, не так плохо. Сейвить ее не будем, конечно, но через госу найти было бы круто. Бля, через госу найти и топчик было бы. Сделать ее в обилку, там бабл была бы. Че он смайлики-то кидает? Потому что я не левелапнулся или что? Ну, извините, блядь. В принципе, не такие плохие карты. Но мне нужен. Ну, мне нужно через госа, мне нужен. Дракончик 5-5. Дракончик 5-5 слабый будет. Дуплет какой-то потенциально. Бля, если бы не левелапнулся, тут кувшин был так. Баблши 11-11 был. Я бы не вывез тут игру. Очень хороший удар. Самый лучший. Два удара вообще самые лучшие, которые могли бы. Я бы тут получил бы минус 10, скорее всего. Хорошо, что не левелапнулся. Очень хорошо. Еще одну чашку взять и не реролить? Думаю, что нет. Но чашку хотелось бы сделать шестерку, найти оттуда, допустим, мех клиф. Было бы заебись, супер заебись было бы, но... Ральнем или мы так? Да пятерку хочу. Кореша Димушникова с ДНМ рождения. Как ты умеешь? 777.
Так, Дима Шмаков. Дима Шмаков, поздравляю с рождением, хорошего здоровья. Хорош. Здорово, Дима. I've got some fresh recruits for you. Звук какой-то странный был. Поясница — существо, призываемое дьяволой на 4-8 ход, от чего зависит его статы? Ни от чего. У него фиксированные статы 3-3, 6-6, 9-9, 12-12 и так до бесконечности. Ну, скорее всего, до бесконечности там нету его, потому что просто нету таких игр, где было бы 24 хода. Но их просто искусственно можно сделать, если с другом попасться и в топ-1, топ-2 остаться. А, да? Думаешь? А когда идешь к врачу и тебе выписывают таблетки, ты их пьешь, точка, запятая или что-то в голову, всякая ебатина тебе не лезет. Что за хай я пью? Хотя побочек пишу, той как, думает он. Причем тут это, я же сказал, мы закрыли тему. Я никого ни к чему не призываю, просто проконстатировал то, что я не прививался, все. Чего мы вообще об этом говорим? Ты заебал? Накладываю порчу. Бля, ебать стол. Вау, еще и тычка не туда. Блять, Кадгар ЛМ 4-5 на Синеде. Бля, вы видите этот стол вообще? Седьмой ход. Я проиграл этот раунд, скорее всего, потому что я 50-50 тычку провалил. Но первые дропсы, конечно, ну, такие, блядь. Но это жесть. Мне нужна тычка, ну, в Кадгара уже не ударю. Ебать стол! Только не в Элема, блядь. Хорош. Бля, прикиньте, сколько он забафал сейчас Элемов, если у него уже второй ход так стоит он. А он скорее всего... По секрету всего свету скажу, что это был единственный дроп, который меня выигрывал. Это был единственный дроп в четвертой таверне вообще из всех, которые существуют. Единственный, который меня побеждал. И он прокнул. Ну, залупа ебаная, конченая, что сказать. Дали карту. Дали яйцо. Яйцо есть смысл пикать вообще? Не знаю, я кружку ебаную какую-то взял, но тут это наделать. В итоге не прокнуло. Что делать? Не знаю, левелапаться против драконов меня разъебут. А что еще делать? Возьму, не буду ловолапаться, яйцо, не знаю, взять. Ну, яйцо — нормальная карта. Смазку дали, баблера дали. Два баблера — это мало, очень мало. Блять, это вообще ничто. Тем более, кого бафать? Яйцо бафать, что ли, подобилку? На яйцо подобилку супер говно. Зверей нету, клива нету. Блять, ну и говно, блять. Что делать? Демон, пират, карта, мех. Ну, дуплет какой-нибудь брана бы найти, был бы вектор хотя бы. Я не хочу это брать, но это супер слабо. Но с другой стороны, смазку я должен брать, потому что таунбабл могу найти, еще баблеров могу найти. Я уже не успею камбэкнуть эту игру. 100% не успею. Демона отдам. Поставим или дракона возьмем. Дракона возьмем или мы закроемся. Обилку в дракона, либо в яйцо. По-хорошему надо в яйцо делать, по-хорошему. Но мы плохие ребята. Дракона бафать — хуёвая идея. Пиздец. Нет, это пизда тут. У дракончика 6-10 тычка нужна, как минимум. Хотя бы 2-1 убить было бы норм. Хотя на самом деле мы можем в ничью сыграть. Направо, типа, нужна тычка. Не хватает, да? 3 урона не хватает, пиздец. Взял 5 корей за неделю и остановился в опи, что посоветуешь? Сейчас, секундочку. Диабобуса дали. Взять дракончика 3-5 против Диаболика. Вместо чего? Вместо Длани. Нахуй тень. Не знаю, в этой игре меня ничего хорошего не ждет уже, ну.
Может быть, надо было тогда в темп левелапаться в четверку, а какой у меня был бы вектор? Ну, набрал бы я мехов бы и что дальше. Также сидел бы, блядь, с голой жопой. Также с голой жопой бы и сидели. Тут хотя бы, может, две карты заберем благодаря дракону. Не знаю, ничего не поможет, блядь, здесь. Так, просто хорошему человеку. Живи долго, кругом. Так, вот я не знаю, это донат, наверное, Диаболик скипнул, да? Не надо такое на стрим. Ну, взял 5000 рейта за неделю, остановился в апе, что посоветуешь? Все, кто начинают играть, они все останавливаются в районе 5-6 тысяч, потому что у вас прекращается по плюс 300 даваться, и вы играете не с ботами. Как бы странно ни звучало, вы до 5000 ММР в среднем играете с ботами. Это не шутка. Типа, вы играете с ботами, а потом уже, когда вы... Ну, это фактически как обучение. Представьте, что вы обучение проходите вот в любой игре. И у вас есть фиксированное время, когда вы обучаетесь, вам, типа, показывают все, там, все нюансы игры, там, и так далее, и так далее. И вот, типа, вы с обучения вышли и с реальными людьми. Не сейчас, а в будущем. Сейчас, секунду. По поводу, вот, обучения. То есть вы как будто обучение прошли, и после того, как вы обучение прошли, вы уже играете с нормальными людьми, типа, не с ботами. Так это работает. Когда босса ты заебал, накладываю порчу. Не хочу в босса играть. Слишком напряженная игра, блядь. Ну, типа... Пока нет желания. Я в нее переиграл просто. Трикстер топ-8, бля. Какая жалость. Блядь, дали хуйню на Элемах эту вообще бездонную, просто нереальную. Но он разъебет это лобби. Я не знаю, у него такой заход нереальный. Кадгар, блядь, Элем 4-5 с двумя стенками и машинкой. Под обилкой. Ты вообще там ебанулся или что? Ну, я просто сейчас 100 проиграю. Не вылечу, конечно, свечку вылечу. Далее яйцо. Возьмем. Ну мало ли соберем Т2 яйцо в пипегу, допустим. Экономику взять. Не знаю. Нет, наверное. Дракончик-танкист. Хуйня все это, да. Танкист нужен. Ну, танкист хорошая очень карта, но есть смазка, типа, есть дракончик вместо танкиста. Можно танкиста взять вместо дракончика на самом деле. Либо место даже 12-10. Ну, танкист хочу брать. Еще дракончик. 0 через гос. Рерол. Еще один танкист. Просто его засейвить? Зачем? Тоже какое-то говно получается. Не знаю. Через госы нету, типа, третий бабл таунд был бы, который бафался от смазки, да? Ее раньше времени не дали, а уже поздно брать. Чё, блядь, тут? Ну, не знаю, танкиста не хочу сейвить. Я хочу Т2 яйцо в пипегу, фулл мехов ребилнуться и попробовать на топ-4 сыграть. Такой вариант вижу. Сильвер, привет. Поздравь Александра Калугин СДР. Охуеть. 10-й ход у чела. Не, ну у него игру, у него заход был, блядь, слишком ебанутый, поэтому тут... Тут как бы не о чем говорить. У чела слишком ёбнутый заход просто-напросто. Мало того, что герой супер сильный, так у него еще и заход ебанутый, то есть комбинация. Да. 3-5 хотя бы забрать. Пожалуйста. Жесть, блядь, жесть. У него элемы 21 статы. 21, блядь, статы. Жмуриком оба дадут. Топ-3 будет, топ-4. Хорош, не дали, блядь. Ну чё, Т2 яйцо будет, нет? Блядь, чё вы делаете? Заебали, Афина, блядь. А разве что адаптер попробует разнуть отсюда. Адапт бабл яд какой-нибудь. Ну, типа, у нас есть элем, дракон, механизм. Демон, пират. Продать его? Ради адаптозавра стоит. Дадут, если брана, то в принципе можно будет продать и смазку и попробовать ральнуть адапты, а адапта под браном, да? В принципе, это стоит того. Игра стоит свеч, так сказать. Кувшин возьмем, нет. Смазку продадим. Это сделаем. Смазку возьмем. Давайте попробуем, наверное, взять. Это, в принципе, под браном имеет смысл. Без брана не имеет смысла. Еще добав дали таунтов. Ну что, адапт будет, бам, съебать. Хорош, блять, хорош. Хорош, Стасян, хорош. Выбиваю Диабло из игры. След ход его обилка, и карту, он дерется карту, со всеми продать, и обойдет карту, карту, продать карту, и здесь продолжает карту. Играть дальше.
Ну, кувшин, забав таунтов, продать забав таунтов, поставить адаптер, продать брана, поставить танк. Ну, походу, да. Максимальная вэлю, которая здесь может быть. Бабл яд, бэмс. Хорош, хорош. Ну, это смех ебаный, я не знаю, блядь, это реально смех. Ну, яд, наверное, сделаю в обилку, хотя дракон, наверное, был бы, может, лучше. Яд в обилку, точно две карты. Блядь, там нету двух карт, ебать! Какой же ужас, блядь. И он еще и бабл убил. Какая же ты свинья ебаная, ты знал это, чел? Вот честно, ты это знал? 10% на вылет. Вроде не вылетел тогда. Вроде бы тут точно не вылет. Но Свинтус, конечно, колоссальный человек. Свинтус. Это летал? Не летал. Блять, сколько там адаптаций? Там 10 адаптаций было, не было бабла, серьезно? Блять. Рили? Вот рили. Раз. 6 живых спор. 10 адаптаций, 6 живых спор. Вот это берем, нет. Но это плюс много статов на самом деле. Вместо танкиста, вместо карты, к примеру, взять брана, карту. Ну-ка попробуем. Бля, типа рыцарем закрыться. Вместо карты, карты поставить еще рыцаря на 5 карт. Ну, звучит на самом деле здраво, без шуток. Тогда от яйца отказываемся. Похуй. На яйцо похуй. У нас еще больше реролов нету, да? Тогда, в принципе, танкиста оставлю, но я не буду брана ставить под это. Танкист против мехов поинтереснее будет. Бля, охуеть, 6 живых спор. Ни хп, ни атаки, блядь, ни статов, 6 живых спор. Что может быть, блядь, хуже? Ну, ядов, 6 ядов, наверное. А 6 ядов могут наложиться на друг друга? Думаю, что это так не работает. Без брана играем, походу. Не могу танкиста продавать, слишком сильный. Наверное, все равно его под бабл, да? Профит не просто будет. Так, по поводу, что там чел спросил, значит, Влад Камара, Проблем 68, спасибо большое за подписку. Выбивает Диабло из игры, сечкота мобилка, и он дерется со всеми. Это лаги. Ну, тут две смазки, блядь, плюс 6 баблов. Гуля нужна была, но с Гулей бы даже не справились. У него везде обновление баблов есть. Мне нужно выстрелить сейчас баблера, которого никогда я в жизни не выстрелю, да, сбить бабл, убить его, но это невозможно. К сожалению, это невозможно. Да. Гг. Ладно. Топ-3 пойдет, топ-3 с таким говнозаходом пойдет, вообще пойдет. Заход реально говна был. Скинули мой донат, утешительных вещей не писал. Очень странно получилось, я прихожу на... Ну потому что нельзя такое писать, чел. Они затыкают рот, хотя я не... Нахуй я буду обсуждать такую тему, которую ты написал, блядь? Ну нахуй я буду это обсуждать, подумай. Мне, думаешь, это надо? Мне это как минимум неинтересно. И не надо думать ничего там лишнего. Нахуй мне это обсуждать? Я не буду говорить, что он задонатил, но он задонатил явно не те вещи, которые, блядь, стоит обсуждать. По крайней мере, я не политик, чтобы вообще эти вещи затрагивать. Ну, блядь, много чего плохого в мире происходит. Каждый день, каждую секунду. Че, блядь, это все обсуждать или что? Я, блядь, игровой стример. Мне это нахуй не надо. Вообще неинтересно, не надо и страшно, блядь. А то еще постучат в дверь через пару часов. Все, пизда мне. Вот. Ну, типа, это просто, ну, зачем? Александра Колумбин. Александр Колумбин, поздравляю с днём рождения, всего хорошего, здоровья. Спасибо большое. Я же не строю себя, блядь, какого-то спасителя мира там и так далее, прочую хуйню. Нет, блядь, я играю в игры. Все, блядь. Люди приходят посмотреть на игру, блядь, в игру, на любой геймстрим и покекать в чате. Нахуй мне затрагивать это все говно, блядь. Есть люди, которые уполномочены в этом, и они этим занимаются, решают вопросы, блядь. Я не тот человек. Не строить себя никого не хочу. Звери, пираты или мне. Я строю лучшего игрока в ХС, блядь, но у меня не всегда получается это. Тут как бы да. А в этом всем говне я колупаться не собираюсь. Это не для меня.
Есть вещи, которые хотел бы обсудить. К примеру, допустим, долбоебов, которые чинят, блядь, компьютеры старикам за 10 тысяч рублей, блядь. И, не знаю, блядь, по закону их наказать. Ну вот эту тему бы я затронул. Ну а чё, блядь, тоже, как я ее затрону, если я не знаю всех этих подводных камней, если они, по факту, они наебывают людей, но они это делают законно. А чё, ничего не предъявишь. Самосуд осуждаем, блядь. Насилие осуждаем, а предъявить им по закону ничего не предъявишь. Потому что люди сами по факту как бы покупают услугу, они как бы им предоставляют. И похуй то, что эта услуга стоит по факту 0 рублей, но они берут за нее 5 тысяч рублей. Вот так вот. Я уполномоченный заниматься этим. Понял, бля. Пиздец, демон 1-1 будет долго. Котик-карта. Котик-карта, либо котик-рерол. Думать надо, сильно думать. Засейвить пиратика есть смысл. А рерол оставить на тройку в идеале. Засейвлю пиратика, потому что это имеет смысл. Сам попадался? Нет, но мои родственники попадались. Я узнал недавно, пиздец, вообще обалдел. Не ноль она стоит, а достаточно норм. Вам кажется, что переустановка винды стоит 4000 рублей? Или что? Только честно. Вот и все, блядь. Че, блядь, за установку винды с бабушки надо брать 4000 рублей, когда у нее, блядь, пенсия еле... На лекарства хватает. Или что, это нормально, по-вашему? Совесть-то хотя бы человеческая должна быть. Нет у этих людей совести, блядь. Ну, они так мусором и останутся, что? Ну, что, блядь, делать? Вот так вот. Так и живем. 500 рублей, думаете, в гильду брать это нормально? Нет, конечно. Перестановка мины 200 рублей плюс на пиво. Ну, вот это, блядь, ближе к правде. Как история с массажистом закончилась? Половину бабок мне вернет и закрыли. Вопрос. Самое что интересное, что ему заблокировали страницу с его большим количеством отзывов и так далее. Как, куда я еще напишу плохой отзыв, блядь, очень плохой. ЖЖ-чатинг напишу туда плохой отзыв. И, короче, ему закрыли анкету на несколько месяцев, а это минус клиента. И вот он недавно, блядь, говорил, что вот он мне ничего не должен. Потом, мол, я его наебал, а потом согласился половину вернуть. Пиздобол редкостный, конечно. Ну, в общем, вот так пошло. Когда Глайдер предлагает больше стрим до ночи, я считаю, что стрим до ночи это нормально, но не побольше. Ну чё, Распал, что делаем, блядь? Сильно нет. Туда ли карту, думаю. Но с другой стороны, мне невыгодно по экономике, если честно, это брать. Поэтому, скорее всего, минус котик, левел. Надеюсь, что он меня сильно не пробьет. У меня есть рерол, я могу даже снова левел сделать. У меня есть экономика, рерол, я могу очень сильно усилиться за один ход. Только вопрос, в тройке или четверке. Если в тройке хороший ролл будет, возьмем. Если нет, то левел еще раз будет. Минус ебочка, конечно, будет, но четверки зато будет. Здарова, Санчес. Как там в солнечной Калифорнии? Нормально, блядь, отдыхают и девочки купаются в море. У меня гуля, блядь. Ну тогда ставлю вперед карты. Ты же кричал про заяву, сам затерпел 50%. Ну раз предложил такой вариант, я ебал ебаться с этим. Мне это просто неинтересно. Блять, буду ебаться с ним еще заявление писать. Ну вообще, по-хорошему-то надо так было сделать. Дело, слишком лютая ёбка. Обманывает молодежь и берет за услугу поздравления 150 рублей, когда услуга стоит 0. Я никого не принуждаю, сами донатят, типа, и просят поздравить. Между прочим, я такого пролиста даже нету. Сразу ебать скамер. Что скамер-то? Где скамлю-то? Ноль скама. Беру карту и реролю. Ну, по идее, да.
Ну, в тройке усиляемся, хз. Заебало по ебучке получать. Бэмс. Минус карта. Оставить котиков на дуплет. Блять, поставить, закрыть, А 150 рубасов брать за поздравления на ДР нормально. Не смешно. Даже такого пролиста нету, блять. Вообще, я даже уже забыл, откуда эта хуйня с поздравлениями пошла. Откуда, блядь? Это как с Иннером, типа, внезапно Иннера начали ебать на всем Твиче. Также, блядь, внезапно начали просить поздравить. Ну, чё, поздравляю. Просто по поводу терпильни, ну, с этим заявой, там, как вы понимаете, такая ситуация, что я как бы ошибся, и он пиздобол, а я ошибся с тем, что я не подписал с ним никакого договора, так вот в чем проблема. И как бы у меня-то пруфов особо и нету того, что он меня наебал, а мне верить никто не обязан по закону, правильно, правильно, нужна бумага была. Он как бы там что-то говорил, вот был предупрежден, то что, блядь, сумма не будет возвращаться, это все пиздеж. Ну а я-то как не могу же по бумаге это все доказать, не могу. Поэтому я думаю, что меня бы послали бы нахуй, я что-то так подумал, раз половину возвращает, ну, хотя бы половину вернуть, что, 5000 не деньги, что ли, деньги? 5000 деньги. Вот. Когда пофиксишь эхо микрофона, заебал. Думаю, подожди, очень сильно думаю, блядь, ты отвлекаешь. Взять карту. Ну точно берем эту карту, левелапаемся, рерол в четверку и продаем два котика, берем четверку. Можно взять вот это на самом деле, рерол оставить. Ну мало ли сейчас триптик дадут какой-нибудь. Бамс. Минус, сюда сделать эту заморозить, если будет дуплет, но он так-то и так заморозится. Хорош, ну 4-1 засейвлю, думаю. Короче, такая история. Ну, я думаю, что правильно сделал. И ты начал козырять тем, что у тебя много подписот, ты был бы обычным человеком, послали бы нахуй. Я вообще ничего не сказал про себя, что я там стример и так далее. Ноль слов. Я обычный клиент. Че, блядь, буду манипулировать? Если бы зашло бы что-то серьезное, конечно, я бы этим манипулировал, потому что если меня там жестко бы наебали бы, и потом бы мне еще на сайте пытались бы наебать, конечно, я бы этим заманипулировал, сказал бы, блядь, что скажу про вас в скамеру, я бы найдите нахуй. Конечно, так бы сказал бы. Я не применяю. В обычном мире свою силу подписчиков не применяю практически. Зачем надо? Неправильно? Тебя ждут новые испытания. Только в крайне экстренных ситуациях. Это называется не превышаю, как это, блядь, не превышение должностных полномочий или что-то такое, блядь. Забыл, как называется. Минус 8. Пиздец, я просто не могу нахуй никого победить, что за хуйня? Просто никого, блядь, победить не могу, ноль винов. На Милхауза не играю, блядь, реально, просто никого не выиграть, просто никого, блядь. Ну охуеть теперь, и чем, блядь, играть? 2-6 брать? Куда я 2-6 засуну? В очко себе ее, что ли, засуну? Или что я сделаю-то с ним? Что? Могу в очко засунуть, круто. Я в демонов тут не пойду. Я не буду, ну, блядь, это не хочу ее брать, она слабая, не. Ее поздно, если бы на 6-й ход она у меня была бы, то да, это было бы круто, но... Вот Матрону возьму, наверное, баблера должен брать, рерол. Кто спрашивает, что за история? Вкратце массажист осуществил фистинг жижи в анал по кисти, хотя они договаривались по локоть. P.S нормально. Ну ты дурак что ли, или что? Что ты несешь-то вообще, блядь? Ты дурак что ли, или что? Что ты несешь-то вообще? Это больной. Ну от дуплетов отказываемся, просто берем самые сильные карты и въебываем эту игру, блядь, да? Ну в принципе как обычно. В принципе ничего нового, блядь, не происходит. Охуенная катка на Милхауза, не очередная, просто нихуя нету. Ничего нету. Я не знаю, как на этом герое играть, честно, вот, блядь, просто не ебу, как на нем играть.
Он просто не играет никогда. Он играет раз в 10 игр, когда палка стреляет, дают браны, дают такую насыпку, которую физически не разыграть. Все, блядь. По-другому не играет эта залупа. Не кажется ли тебе, что сейчас самая балансная мета за все время? Хуета мета, хуета. Почему разрабы не могут добавить в настройки отключения анимации? Очень часто не получается. Что разрабы долбоебы? Вот, какой тебе еще ответ хочешь? Долбоебы. Все. А почему я-то откуда знаю? По поводу меты, нет, мета говно полное, потому что пока не уберут токенов, мета никогда хорошей не будет. Когда уберут токены, хотя бы будет, ну, блять, будет адекватнее. Не будет ролла на первый ход токенов и вот этого прочей дичи. Взять карту, карту, карту. У меня длани нету, забав от таунтов нету, зачем? Блять, смазки нету. Ну я левелапаться не знаю, что мне левелапаться, думаю. Сделать карту, продать карту, взять карту левел. По идее, да. Ну, смазку бы по-хорошему нареролить. Яйцо взять, да. Я, наверное, не буду левелапаться, пизду. Я хочу на топ-4 сыграть спокойно. Может быть, еще под хайролем сейчас что-нибудь. А если не под хайролем, то, в принципе, и не страшно. То, в принципе, и не страшно. Три карты на замену есть, да? Карта, таунт, карты или таунт. По идее, таунт, карты. Взять Матрону и Льва. Льва взять в дуплет, котика под дуплет экономики. Бэмс, бэмс, бэмс. Вот это, конечно, полное говно, потому что она бабл не обновит. Ну а что мне делать? Ничего не сделаю. Просто Матроны на батлкраев наберу, блять, каких-то, не знаю. Поздно тоже ее дали. В таком случае можно Льва лучше поставить, зачем ставить яйцо, если оно не раскроется нормально. Правильно? Короче, у меня все супер хуево тут. По поводу меты, нужно убирать из игры токенов. Самое, блядь, первое грамотное решение, которое должно быть, это убрать ебаных токенов. Для начала. Тогда ни у каких героев не будет возможности копать 3 шестерки на 9 ману. Тогда ни у какого героя не будет вариантов хайролла и прочего говна. А сейчас это рулетка. Кто нашел токена, кто не нашел токена. Все вот. Есть, типа... Есть, значит... несколько людей, которые нашли токены, и есть, которые не нашли токены. И вот те, которые нашли токены, в среднем ебут те, которые не нашли токены. Это справедливо? Нет, это несправедливо. Потому что одним повезло, другим не повезло. Хуя ли это? Все. Вот вам и мета, блядь, вся. И вы с этим ничего не сделаете. Сидите, терпите, блядь, что. Налево бэмс, хорош. Бэмс! Качественный бэмс залетел. Сидите, терпите, чем, блядь. Кому-то повезло, кому-то нет. Ну, если лев ударит направо, я буду только рад. Бэмс. Блять, а что там за дезратл-то был? Ну, что он тут? Здорово. Причем? Капельку оставить в игре? Капельку оставить. А токенов котика и бурлока убрать? Это важный момент. Это очень важный момент. Окей? Окей. Так, ну это беру, блять. Думаю дальше. Казали, от львов надо отказываться, походу. Блядь, ну это, конечно, кринж без брана все это делать. Ну а что, я могу брана найти? Ну брана только если льва найду, бэмс. Не нашел. Че, минус два льва, что ли? Блядь, минус баблер и мать. Ну, баблер поинтереснее будет, но баблер слабее льва. Может, реально баблера мать продать? Но я взял забав демонов. Зачем? Не знаю. Кекис какой-то ебаный. Это какой-то кекис, чат. Реально кекис. Ну, взял забав, что, обосрался. Ну, я хуй знает. Я ничего не могу найти. Просто ничего не могу найти, блядь. Блях твой разврат. Вот эту карту дали пореролить с ней, блять. Ну вообще надо было ее взять, да. Обосрался снова. Круговерть пустоты. Яйцо взять. Ебать говноход, блять. Говноход, блять. 4-4 не реализовал в этот ход. 100 луз. 99-86. Прикольно, блядь. Прикольно, блядь. И таун бабл не накинул. А мог бы таун бабл накинуть? Бля, мог бы таун бабл накинуть, кстати. Хорошо, что этого не сделал. Может быть.
Не знаю, гуля нужна с кобры. Ого, блядь. И оттуда две единички демона 1-1, окей? Стас, ку. Поздравь, направо? Пожалуйста, моего друга Сашу Голодцова с ДНМ рождения. Как ты умеешь. Все, вылетел, че, пока. Кихвейт, блять. Кихвейт, ебать, кихвейт. Думаю. Кентафурик, ебать. Я ж все правильно делаю, да? Да, все правильно. Я там доп-вэлью не могу получить никак. Омега пипегу дали, блять. Омега пипегу берем. Забавчик дали 3-3, я его возьму. Как возьму? Думаю, блять. Надо как-то взять. Тогда минус демона взять забавчик, забафать баблера. Но у меня тогда будет всего 3 механизма, блять. 2 механизма. И что, воскрешение мехов дали под пипегу? Погаю. Хорошо. Окей, тогда надо льва продавать будет, да? То есть мы на него делаем. Мы делаем карту. Льва продаем, да, это триптих, понимаю, ну а чё, ничего, блять, продавать надо. Ставлю карту, ем карту, беру карту, беру карту, рерол, минус карта, ревендер, ебать! Думаю, блять, жестко думаю, льва продать, потому что это механизм, да, да, это механизм под ревендером, ебать. Капельку засейвим, нет. Забавщик отдадим, по идее надо было отдать, блять. Бля, по идее, надо было, наверное, отдать и капельку. Блять, надо было по-любому засейвить, блять, я не успел. Я вообще думал о другом, бля, думал о другом. Я о другом думал, пиздец. Ну, у меня сейчас пипега не сдохнет и воскрешаться будет за Лупондрия. Ну, все. Приехали, блять. Приехали, все, пипега не воскрешается пока. Ты согласен, что рыгнуть донатом в стеке за 150 это отбираловка старушек. И да, Стэк, ты ноешь на рандом с такими все за 10 лет. Меня заебало пиздеть во время ходов, я не могу, я не успеваю говорить и ходить. Я просто не успеваю, блядь, говорить и ходить. Ну, я просто буду молчать во время ходов, я заебался. Я просто начинаю каждое действие, блядь, говорить, я просто не успеваю постоянно, я просто не успеваю, блядь. Я не хочу больше говорить, я не знаю. Как можно, блядь, пиздеть и, блядь, нормально сходить? Ну никак! Вылетел из-за этого сейчас, блядь. Пиздец, сука, блядь. Бан, блядь, сука, стрима. Просто продай, блядь, жирного, нахуй, продай жирного. Блядь, поставь еще одно воскрешение, поставь пипегу, блядь, с таунтом, выиграй файт. Нет, надо пиздеть, блядь, и, блядь, заруинить себе игру в очередной раз. Заебало, просто заебало, не могу, нахуй, играть. Просто невозможно нормально сконцентрированно играть, блядь, и говорить каждый раз, блядь. Просто, сука, горю, блядь, с этого. Бля, продай матраса, продай, блядь, эту хуйню, все, один таунт бабл, у меня всегда будет два воскрешения под ревендером, блядь, и резаться будут пипеги. Все, выиграй игру, блядь, и просто найди там еще что-то, и все, это был бы уже топ-4, минимум, там, топ-3. У меня два воскрешения плюс пипега, блядь. Рероллы золотые, спокойно находится золотой ревендер, вообще спокойно, сейвится капелька, там просто хуево туча рероллов. Нет, проебал игру, блядь. Пизда, обидно, блядь.
Механизмы демоны. Направо. Хорош. Если сейчас будет токен в роли, только поэтому не левелапнемся. Если не будет, то... Хотя мне даже бафать-то нечего. Наверное, все равно левел будет. Ничего. Следующий танец будет за тобой. Взять карту. А что мне бафать, если я тут стою? Мне вообще нечего бафать. Вообще нечего. Драконы, звери, мурлоки, хрюшки и лемы. Вообще нечего бафать. Я засейвлю, наверное, токена, но... Или не сейвлю. Просто невозможно нормально сконцентрироваться. Хорошо, надо сейвить. Хорошо, мы сейвили, наверное, сейвили всегда. Ты без стрима играешь хотя пару каток в день. Вчера вне стрима зашел, две катки, топ-6, топ-7. В телегу чекните, там пиздец ебаный был, вообще нереальный. Просто нереальный пиздец был. Продолжает говорить. Да просто, ну вот реально, ну, как бы понятно, что вот эти, которые начало игры, похуй. Дальше просто нереально сконцентрированно играть. Ну просто я, ну, я проиграл себе игру просто за. Просто вообще. Там игру там топ-3, топ-4 было железобетонно уже. Все. Просто продай пипегу, выиграй игру, блядь. Нет, заруинил. Ну я тебе в тильте теперь нахуй.